Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуко Фэмили. Если вы видите эту комнату, то значит мы продолжаем проходить такую новеллу, как Залитер. Вот, в прошлой серии мы пережили очень неприятный момент с призраком в лифте, вот. Так что, если хотите посмотреть, что было в прошлой серии, заходите на плейлист в описании, вот. Так. Тут опять частичный перевод пропадает, да? Или как? I've checked with Zach and Rebecca. I'm just waiting to hear back from them. Как-то тут странно работает перевод. Или может быть он вообще не работает? Так. Well, if we're going to wait for them, don't stand around there. It's getting distracting. You're just cooking. How am I distracting? Блин, ну вы серьезно? И как это понимать? Блин, капец. Сейчас я, ребят, кое-что сделаю. Видимо, переводчик не хочет в автономном режиме переводить. Это очень печально, походу. Так, сейчас. Делаем тут пару манипуляций. Надеюсь, все сработает. Хотелось бы, конечно, так верить. Да. Так, а если нам перезагрузить? И чё? I've checked with Zach and Rebecca. I'm just waiting to hear back from them. А, вот. Вот, по-моему, перевод пошёл. Во, по-моему, перевод вошел. Well, if we're going to wait for them, don't stand around there. It's getting distracting. You're just cooking. How am I distracting? I don't know. Something might explode again, maybe. Zach's kitchen ban for you is also in effect here, you know. Now shoo, go. Теперь шо? Идти, иди. Stop hovering. You'll ruin the food. I'll be done here soon. Она готовит, что ли, будет? Окей.
Ну да, то, что они документы получили, я помню. Эштин. Уже? I don't want to think what might happen next in case I miss something. Shit. Да. They're all depending on me and... Ash! Опять бытовуха. Что случилось? Что опять не так? Плохие новости. Sorry, I just spaced out for a moment. Don't mind me. О, там трусы валяются, я такой сейчас заметил. А, на полу. Какао? Серьезно? Пока ничего не понятно. You should eat. Как тебе еда? Back at home, Mama would never let us leave the house if we hadn't eaten breakfast yet. Even Papa has gotten an earful when he tried. So eat. You'll need it. Не, ну тут как бы, как посмотреть, потому что если еда отвратительная или еда, от которой тебя тошнит, я бы такую еду есть не стал. Особенно манную кашу, когда нас в детском садике заставляли хавать. Я реально ею блевал. Меня просто воротило. А если там обычный завтрак с бутербродом, почему нет? Прям мелодия, будто из Final Fantasy. В натуре. Из седьмой. Та-да-да. Чего?
Я не голоден, и взять ее предложение, серьезно? Так. Допустим. Thank you. Спасибо. Ой, забыла плюс. Ну, естественно, я даже не удивлен. Опять он вспоминает эту ситуацию. Чё? Ну чё, опять перевод пропал, вы серьёзно? I've been wondering, you know, before last night, before Mama told me the news. What if Papa passed? I also knew it was getting worse. Mama won't say anything, but I don't know what I'm going to do. I don't have anything. You have that scholarship from LuxU. Were you going through my personal papers while I was? I don't really have to. You left it sitting in the open, right there. I don't even know if this will work out. Well, if it doesn't, what about that exhibit you've been planning with Zach? Do I even have to ask where you got that? Zach sucks at lying. You have no idea. And anyway, if... I've been both of them, yeah? You have us. Sure. Что за обновление журнала? Так. Оставив друзьям срочное сообщение, Эштон вернулся в квартиру Изабеллы. Он нашел девушку, которая проснулась и готовила ему. Видя его голод, Изабелла напомнила ему, что он должен позаботиться о себе в первую очередь и предложила ему еду. Пробормотав спасибо, он согласился. Кто там? Подожди, отношения, я понял, а ну-ка. Кто пришел? I'll get that. It's probably Zach or Rebecca. Зак? Ну да. You said it was urgent. Did anything happen? Is it Becca? Everyone's fine. Пока что все хорошо. А вот все отлично. Well, Becca's not here. She went somewhere this morning and hasn't answered any of my calls yet. But Isabella's. Becca не ответила. I'm here, Zach. Morning. Зак, доброе утро. Ага. So, nothing's wrong? Why'd you call me here for then? Слышите, ничего плохого, Бека трубку не берет. Вы гоните? У нас документы, чувак, и в лифте был призрак. Во-во.
Ага, выбор, значит, опять, да? Так, подожди, а какое у нас дерево рутов? А, вот оно. Ага, выбор. Ого. Это ж какой выбор будет, что вверху будет уже совсем скоро. А, ну да. Подожди-ка. Я понимаю, что минус, блин. Ладно. Будем идти по этому, по хорошему движению. План Зака. You're okay. Ты в порядке? You did tell me not to do anything stupid. Ты сказал мне не делать ничего глупого, ну да. Во-во. А то вот и сделал. И что дальше делать? Christ, you were right there! We have this stupid curse thing going on, and you were right there! Ну, короче, он говорит, что, типа, какого хрена у нас это глупое проклятие, и ты был прямо здесь, вот. You just walked up inside a private property! Мы только что подошли к частной собственности, ну да, к тому особняку. Those people can easily sue you for breaking and entering, and that's the least of it. Ну да, эти люди могли не только подать в суд за то, что в частную собственность он ломился, ну и могли бы, естественно, ну, на законном основании, как сказать, ну, типа, застрелить его. В Америке же есть такие правила, что вламываешься в собственность и могут тебя просто подстрелить. Ну, не убить, конечно, но... I know, Ash. But I can't just leave things as they are. I've gotta do something. Я знаю, Эш, но я не могу оставить вещи такими, какие они есть. Я должен что-то сделать. Ну, понятно, герой ты играешь, блядь, это Зак. I know you're not very fond of the rights. But they don't deserve it if something bad happens. В смысле? А, я знаю, что вы не любите райтов, но они не заслуживают этого, если случится что-то поплохое. Ну, кто знает. Ханна, most of all. Ханна... Тем более. God damn it, Zach, I was worried. Проклятие, Зак, я волнуюсь. Ну да. Ты чё смеешься? Ты, блядь, сдохнешь, а потом мы будем на твои похороны приходить. Кто нас будет кормить чипсами, а? 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 Genius. Такой довольный. Зак! Зак, блядь! No, he's worried. Why didn't you say so? That cool act ain't gonna fool me anymore. О, он волнуется. Почему ты просто так не сказал? Этот крутой жест больше не собирается обманывать меня. А он типа издевается над ним. Он же паразит. Let go. Пошлите уже. Нам же еще Бекку искать. А это я забыла, глазами хлопает. Seriously, Zach, why are you even there? Серьезно, Зак, почему ты был там? Told you already. I was looking for you. Чего?
Я искал тебя? А, ну да, кстати. Why would I even go there? С чего ты решил, что я должен туда идти? Well, you mentioned a plan with Isabella here. I assume that's where you guys went. Since that's where she found the letter. Упомянули план с Изабеллой, и я предположил, что это то, куда вы, ребята, пошли, так как именно здесь она нашла письмо. Ну да. Sorry, I was really at a dead end. Извини, я действительно запутался. Ну да, он ошибся, наверное. Логика его подвела. Так. Так, обновление журнала. Ага. Посмотрим. Так. Где у нас? Это что ли? Или не это? Подожди. А, вот. Закари прибыл в Салемвелл, уставший и измотанный, узнав, что он пришел из особняка Эрмигард в то утро. Эштон мог только выразить свое облегчение, что он был в безопасности, а Закари решил подразнить его за беспокойство. Ну да, блин, Закари, блин. You could have called me. Ты мог позвонить мне. Кстати, да. I did. Я звонил. I didn't receive any, and my phone was with me. Я не получал, и мой телефон был со мной. Точнее, ну да. You're kidding, right? Ты I was at it the whole night. Ты шутишь? Я звонил всю ночь, по-моему. Ну да, с телефонами какая-то беда. Ребят, ну мы что-то должны делать. Типа. Так, ну а чё мы продвигаться, как будем по сценарию-то? Вот, блин, много тупой болтовни ненужной, просто для того, чтобы, блин, время убить. Please tell me he's joking. You were there. Пожалуйста, скажи, что ты... Он шутит. Ты же там была? No, we really didn't get any. Everything was quiet last night. Нет, мы действительно ничего не получали. Прошлой ночью все было тихо. Ну да. But Zach, at BRC, Ashton and I saw... Но Зак, мы были в БРС, Эштон и я видели, ну, призрака, да. Давай уже заканчивай, говори. It's Becca. I'll tell her to get here as soon as she can. Excuse me. Ah, Becca. Are you there? Что случилось? Подожди, а в натуре где Becca? Эштон, ты здесь? Что за поворот? Не туда. Где перевод? Becca, where? Чего? I got your message. What happened? Я получила твое сообщение. Nothing yet. Where are you? А, ничего, где ты? Downtown. I had to make a quick visit to the library. А, в библиотеке она. Listen, Ash, about that thing Isabella has been talking about. There's something you guys need to... Поговорить о чем-то. Please tell me you didn't... Whatever.
Так, а что она хотела сказать? Save it for later. I'm at Salem Well. If you can get here as soon as possible, that'd be really great. This is related to that. You're there. Is Isabella with you? Типа Изабелла, по-моему, с вами. Yeah, Zach too. Да, Зак тоже. Так. Rebecca's asking for you two. Ребекка спросила вас двоих, по-моему. Becca? Is she okay? Becca, она в порядке? О. Hello, Rebecca. Привет, Rebecca. Odd morning we have, eh? Доброе что-то там. А, ну. Hey, you two. What's happening over there? Is this something I should be worried about? We'll tell you once you get here. Please hurry. А мы хотим кое-что тебе сказать, пожалуйста, поторопись. I don't like the sound of that, Ash. But I'm on my way. Give me a few minutes. I'm driving. Будет через 5 минут. Она едет. А, она же за рулем, точно. Вот бы с ней ничего не случилось. Так. I'm so glad you're okay. Ashton checked on you this morning, but... Ну да. Достижение. He did? Вот они втроем. Так, а кто еще, получается, остаться у нас должен? По сути. Ой, подожди. Так. А, еще у нас... Подожди, не Хана, а Марианна, да, еще у нас осталось? Но Марианна ж у нас вроде как выжила, да? Кстати, у Марианны вроде как смертей не было. Раз, два, три. Еще Марианна. Короче, он сделал. I'm sorry. I was in a hurry. I didn't have time to drop by and let you know. Да понятно, что ты торопилась. It doesn't matter. What's important is you're here. Это не имеет значения, главное, что ты здесь. Ну да. Так. Что дальше-то делать будем, раз нас уже четверо? Нам же Марианну надо спасать. И не только Марианну, наверное. Господи, сколько описаний ненужных. Ты скажешь, что в библиотеке нашла? Это ж как бы важно, не? Или вы так не считаете, друзья мои? Чего? Что случилось? Чего вы на меня так смотрите? Чего? Так, а по дереву рутов там все в порядке у нас? На каком там выборе-то? Так. По верхнему. А, мы поэтому как раз и пошли, да, выбору.
You okay? You're limping. А, ну Ребекка плюс, это хорошо. Так. Ну да, Ребекка убегала, по-моему. Чего? It's fine. I just had a little accident. Ну, сказала бы об этом инциденте, блин. Чё ты скрываешь? In a library? Инцидент в библиотеке? Well, I... Yeah. It kinda caught me off guard. Чё ты пиздишь, Бека? Скажи правду про призрака, блядь. Something's happened there, hasn't it? Что произошло на самом деле? Давай, признавайся, Бека. А то мы тебя тут привяжем к кровати. И заставим трусы Изабеллы носить. Шутка. Так. Да давай уже, признавайся, чё ты будешь молчать? Да. Меня это просто поражает. Let me see. Дай-ка подумать. Can we? We have to check if it's bad. Мы должны проверить, плохо ли это. Так. В смысле, вывих, что ли? Ну да, походу. Проверяют вывих. Чтоб не опухло. Oh, that is gonna be one hell of a nasty bruise. О, это будет чертовски отвратительный синяк у тебя. Tell me about it. It was a library cart that hit me. You know, the old metal ones they keep near the history section. Какие тележки, что ты гонишь? Ouch! Like I said, nasty. О, как я и сказал, будет тебе противно. But she's there? She went after you. Yeah, I was in the archives, looking something up. Suddenly, she was just there. Да, я была в архивах, и внезапно появилась тележка. Belle, she was using my own students against me. What kind of terrible, terrible person does that? Студенты против тебя? Oh, it makes my blood boil. You should have just ran. That woman's not something you can hit with a book. Вы должны были просто бежать. Эта женщина не то, что ты можешь ударить с книгой. Laugh it up, Ashton. I did. Then the bloody cart came out of nowhere. Ага. Смейся, Ashton. Та тележка вышла из ниоткуда. And you know what? If it weren't for a damn book, I would be dead by now. Короче, Бека попёздывает, как всегда. Так. Что там в журнале? Смотрим. Где там новое? Так, к облегчению Эштона и Изабеллы, Ребекка позже перезвонила. Вскоре она появилась в Саммельвелле. Выглядела еще хуже. Когда детектив спросил об этом, волнуясь все, что могла сказать розоволосая, сплошная боль в ее словах и депрессия. К счастью, до того, как тема стала мрачной, вмешалась Изабелла. Понятно.
Так. Что делать дальше? Мы все письмо нашли, да, прочитали, точнее. I'll go get a cold compress for that arm. You guys take a seat first. Так, я пойду за холодным полотенцем, вы, ребята, садитесь куда-то рядом. Ashton and I, we have a lot of things to talk about. Да, я согласен, забыла с тобой поговорить. Так. Окей. Да, надо с бумагами разобраться и как-то расследование провести. Так. Каждый раз. А, все. Так, уже ночь. Они это все начали изучать. We aren't getting anywhere at this rate. Мы никак не продвигаемся, он имел в виду. Don't just drop it. There must be something in this we aren't seeing yet. Она говорит, не бросай это в этом. Ну, может, мы что-то не видим. Хрен его знает. Вот тебе и оптимизм. I know, but what are we supposed to be looking at here in the first place? Я знаю, но может мы должны смотреть где-то в первую очередь не здесь или здесь? Well, we already looked through those files. You're the one that picked it out last night, right? Но мы уже просмотрели эти файлы. Ты тот, кто выбрал их прошлой ночью. Разве не так? All of them? Стоп. А все они или нет? I'm pretty sure every person we've checked in there isn't necessarily involved. One client possibly died of old age. Я почти уверен, что каждый человек, которого мы зарегистрировали, не обязательно в это вовлечен. Один клиент, возможно, умер от старости. Remember, you found that dumb paper. Помнишь, мы нашли еще какую-то бумагу. Not so dumb if it can kill all of us. Эй, не так глупо, если это может убить всех нас. Ха-ха, very funny, Z-Man. Ха-ха, очень смешно, Z-Man. Anyway, like I said, you discovered that paper right before the open house. No one else was allowed inside during that time. В любом случае, как я уже сказал, вы обнаружили эту бумагу прямо перед открытым... перед днем, короче. В это время не было какого-то разрешения, что ли. It's too broad of a scope if we include every single person. In fact, the only notable ones are C and Jean Marie. Это слишком широкая область, если мы включим каждого человека. На самом деле, единственным примечательным являются C и Jean Marie. Ага. И как нам это... как это вообще работает? Yeah, okay. They went in and out of this place. But no, you still don't get it. What I'm trying to say about those clients is... ну, клиентах. Shouldn't we look into the mansion too? That's where the letter came from. О, кстати, хорошая мысль. Зак говорит,
Разве мы не должны изучить особняк? Вот откуда пришло письмо, вот где оно, из особняка, ну да. Maybe it's just as the professor says. Может быть, профессор что-то знает. I mean, look at all this stuff Rebecca brought with her. Apparently our teachers have been lying to us all these years. So who knows? Я имею в виду, посмотрите на все эти вещи, которые Ребекка принесла. Видимо, наши учителя лгали нам все эти годы. Итак, кто знает? Да, то, что она в библиотеке, наверное, нашла, или она еще не сказала. Hey, now, don't blame us. Blame the bloody books they wrote. Не вините нас. Вините в книгах, которых они написали. Так. А, вот, она, по-моему, распечатки принесла, да? Копия газетной бумаги до того, как город был основан. Да-да, его можно изучить. Why do they have to keep this in the restricted section? Почему они держат это в закрытом секторе? Ну, значит, есть причина. How should I know? I wasn't even aware we have archives that go as far back as this. This is before the city was even founded. Как я должна знать? Я даже не знаю, что у нас есть архивы, которые уходят до этого, еще до того, как город был основан. As a matter of fact, if it weren't for Andrew's help, I wouldn't have gotten my hands on any of it. На самом деле, если бы не помощь Эндрю, я бы не получила в руки, ну, ни одного листа. Maybe they didn't think it would be important to talk about it. After all, this is more Anselm's than ours. Ну теперь это у нас. That or some old bugger's hiding something. Так. Зачем еще рассказывать совершенно другую историю? А фиг его знает. Так. Но это может означать то, что произошло в этом особняке много лет назад. Ну давай. И письмо Изабеллы. И то письмо, которое Изабелла нашла. Может, есть след, да. Это в основе этого. Может, это и действительно им этого не хватает. Ага, связь между буквой и проклятием особняка может пройти глубже, чем мы думали. Ну да. Так, этот особняк – частная собственность. Мы не можем просто туда проникнуть, наверное, да? Так, а перевод появится, если я, например, сохранюсь. Так, стоп. Где там у нас уже... А, вот. То есть сейчас пойдет. Ага. Поверху. Ни хрена себе. И по низу потом, что ли? Ух, ё, а почему? А эта ветка куда шла? А как мы могли верхнюю ветку? А-а-а, какая-то ветка изначально. Ёпарасоте.
Жестко. И берет, все равно не появился, да? Это печально. We've been at this since morning. We should take a break for a few. Чего? Да вы гоните. Ashton, that might be. Что? Gather everything. Так они только с Изабеллой или друзья ушли? Я не думаю, что это хорошая идея. Мы должны просто... Да уж. Ну да, то, что они нигде не в безопасности. Everyone, we need to... Мы должны валить, всем нам нужно... Чего? Что за хрень? Нифига себе прикол. Так, подожди. Офигеть. Чувак, тебе не показалось. Эштон, выбирайся.
смысле? Everyone out! Get out! Get out of here! Да. Да, подожди. Да. Все вышли, убирайтесь, убирайтесь отсюда. Чего? Коридор. И прямо в машину. Понедельник. Угу. Так. А что у нас в журнале там описано? Текст. А с помощью своих друзей Эштон пытался найти способ освободиться от проклятия, собирая воедино то, что они в настоящее время нашли. Но прежде чем они смогли понять этот шум, исходящий из шкафа Изабелла, нарушила тишину комнату, опять снова призрак. Ну да. Пока ничего особенного не происходит. Fun times. Да, веселые времена. Тут не поспоришь. Тут прям по факту. Вот и документы снова, да? Опять история. I can rest easy when this is all over. Я могу легко отдохнуть только тогда, когда это все закончится. По факту, по факту. Это точно. Да я вообще бы после такого спать не мог. Так, секундочки, ребят. Секундочку.
Yikes. Ну да, он полицейский, хотя бы есть пистолет. Блин, почему обратно перевода нет? Ну это ж реально капец. Чё за прикол? Так, подожди, а дерево? Мы по низу пошли? А, ну да, кстати. Офигеть, сколько всего мы пропустили. Жесть. Просто жесть. Ого. Нифига себе, сколько путей. Кстати, скоро будет. Обалдеть. A storm might be due this evening, give or take. Чё, Изабелла? А, сумку с едой. Да, они, короче, жрать захотели. У этого мира ужасное чувство юмора, ну да. По факту, по факту.
Мы не с нетерпением, господи, с нетерпением ждем, когда освободимся от этого проклятия. Ну да, что есть способ, по факту. Мертвые люди, письмо, проклятие. What now? Where do we go from here? Что нам делать? Куда мы отправимся теперь? А хрен его знает. Надо думать. Надо думать. Хм. Да вы серьезно? Вы еще посритесь на этом фоне, блядь. Ребят, я бы этого не хотел. Вот с... Чё? В смысле? Этот путь, и куда он меня приведет? Обалдеть. Жесть. Well, first, we can't just stay here. That much is obvious. Но это понятно. But we can't just keep running like this either, Becca. Sooner or later she'll... Но никто не предлагает прям бегать. As if we have a choice. We can't even go back to our own homes, because that thing might get us. Как будто у нас есть выбор, мы даже не можем вернуться в наши дома, потому что эта штука может просто туда прийти. No, we're safe. But dying is the last thing I want to do right now, Isabella. Нигде не безопасно, но смерть это последнее, что я хочу. От, ну, короче, что хочу. Not to a stupid chain letter. You were too gullible to pick up, bring with you, and show to everyone. И все из-за глупого письма. Ты была там. Ты доверчиво взяла его с собой и показала всем. Ну чё теперь? Ну она случайно. I didn't do it on purpose. Я не делала этого специально, Бекка. Becca, had I known, I wouldn't have. Бекка, если б я знала, я бы не стала, блядь, брать это письмо. Hey, you too. None of us wanna die to this. Эй, вы двое, никто из нас не хочет умереть от этого дерьма. Just calm down. We ain't getting anywhere shouting at each other. Успокойтесь. Не будет толка. А, ну типа не кричите друг на друга. Whose side are you on, Zachary? На чьей ты стороне, Зак? При чем тут сторона, Бека, блять? No one's. But we can't just say it's her fault. Не she надо... did warn us not to open it, and both you and Ashton. Не на одной. Мы не можем просто обвинять друг друга. Она предупредила нас. И чтобы это понять, мы с Эштоном раз. That короче, doesn't да. exempt her from any blame. She's still largely responsible for it. Это не освобождает ее от вины. Она все еще в значительной степени виновата за это. Ну, блядь, ну... Не она виновата, а письмо. Она что, не знала, что это проклятое письмо, блядь? And you're not?
А ты нет? I didn't say that. Do you really think I don't blame myself for this as well? Я этого не сказала. Вы действительно думаете, что я тоже не виню себя в этом? I tried to warn all of you. None of you listened. Now you're blaming me for something I kept telling you guys since day one? Я пыталась предупредить всех вас. Никто из вас, блять, меня не слушал. Теперь вы обвиняете меня в том, что я продолжаю говорить вам это с того, блять, самого дня. You're just as responsible for this as I am. Вы также ответственны за это дерьмо, как и я. So now you're throwing it back at us? We wouldn't even be having this problem if you... Так что, теперь ты бросаешь это на нас? У нас даже не было проблемы, если бы не ты. Will you two cut it out? This ain't the place for... I don't know, petty squabbles. Вы будете, блядь, продолжать это не место для того, чтобы, блядь, ссориться здесь. If you don't want to get caught in it, then stay out of this, Zachary. Если ты не хочешь слушать это, видеть, то просто съебись, Зак. Oh no, Zach, don't stop her. Let her say it. I'm sure she has plenty more to say. О нет, Зак, не останавливай ее. Позволь ей сказать это. Я уверен, что у нее есть много чего мне сказать. Да, бабы, что сказать? If I didn't know any better, she's already. Если бы я не знала ничего, она бы уже... Already what? You want me to say it? Out loud? That I find you in this whole thing? Что ты хочешь это сказать? Слух, что я... All right, that's enough! Все, блядь, хватит. Everyone, shut up! Вы все, блядь, заткнитесь. Во-во. Блядь, на месте Эштона, знаете, я бы просто взял бы, блядь, пистолет, вверх бы стрельнул и сказал бы, блядь, тупые суки, заткнитесь, мы все, блядь, в опасности нахер, блядь. Чё за логика? Реально, стрельни в воздух, Зак, у Эштон. Чё, выбор сейчас будет? Мы все в одной лодке. Ну да. Тут по факту. Да, если мы разделимся, это будет пиздец. Да, то есть если мы разделимся, то она просто... Ну, придет одним за другим, и все, и кто знает, чем это, блядь, закончится. И пиздец, да. И что нам If we all want to get out of this mess in one piece, we're gonna have to cool our heads first. Если мы все хотим выйти из этого беспорядка в целом, нам сначала нужно успокоиться. Чего? Блять, только не говорите, что что-то сейчас случится, а? Проведя ночь в местном парке, Эштон и его друзья попытались выяснить, каким будет их следующий шаг. Однако в сочетании с усталостью и стрессом разговор быстро пошел к пизде. Расстроенный Эштон вышел, предложил им сначала успокоиться, короче, да.
О, призрак в них, или может быть это бред? Хрен его знает. Типа действие проклятия. Он вышел или что? А куда мы поедем-то? В натуре куда? А они хоть с нами? По-моему, да. В бар? Реально набухаться? Ну чё, зашибись. Самый топ. Так, сколько там уже времени прошло? Час. Так, стоп, чё? А. Какой-то Грегор. А, бармен. Ага. Бля, чё опять перевода нет? Дайте перевод. Начальник. Может, и правда здесь скрин сделать еще. Так, а по дереву рутов мы уже где добрались? Ага, то есть пойдет вот так. Вот так, до хрена всего. Ищ. Ух ты, блин. От этого выбора будет зависеть. Капец. А, да, стоп, я ж хотел это. Сделать. Хм. А интересно, если я загружу по новой, перевод не появится? А ну-ка. Что за фигня? Где перевод? Не. О, наконец-то.
про особняк. Stupid, stupid, stupid. Some fucking detective I am. Глупо, глупо, глупо. Какой ты грёбаный детектив. Понятное дело, что и другие жизни. Все из-за письма. Женщины. Особняк. Чего? It's because you didn't listen. Чё? It's all your fault. Типа его флешбеки. Why won't you believe me? Что это за фигня? Doing good there, boy. У тебя все хорошо, мальчик. Бармен. А? Хрен его знает. Ты бы знал, что с нами происходило. Ты бы офигел, чувак. Looking a bit green. Sure you got plenty of rest back there. Ты выглядишь немного хреново. Может тебе немного отдохнуть? You were only out for an hour or two. Wouldn't hurt to try and get some sleep. I'll keep an eye out. Ну там поспать час или два. Не повредит выспаться, я буду типа рядом. No need. Don't worry about me. Да не зачем, не беспокойся обо мне. Да реально поспал бы Эш там, блять. Won't be able to get some sleep anyway. Я посплю. А, я не смогу поспать. Попытался бы, блядь. Не, блядь, представляете прикол, короче, детектив, уставший с пистолетом, блядь, ну что он может сделать, вот серьезно? Это ж пиздец. Да, heard that from you before. Not buying it. What's the story this time? Да-да, слышал я от этого, от тебя раньше. Какая история, блядь, на этот раз? This is bad as that case with the guy who ate his own eyeball. Это так же плохо, как тот случай с парнем, который... съел свой глаз? Серьезно? I wish it were. Да, я хотел бы думать, что было бы это так. Jesus, stop reminding me. I hated that case. И господи, перестань напоминать мне об этом. Я ненавижу это дело. If I didn't know any better, I'd say you get a kick out of telling people about it. Если бы я не знал ничего лучше, я бы сказал, что вы получаете удовольствие от того, что вы рассказываете людям об этом. It's useful, you know, for blokes who don't know their limits.
Да ладно, это забавно для парней, которые не знают своих ограничений. Sends him right out the door after I start with the description. Or was it the part when the poor schmuck gouged his eyes out? Nasty, awful, icky stuff, and it gets the job done. Like I said, useful. Неприятные, ужасные, непристойные вещи. Это делает работу забавной, как я и сказал, смешно. Don't even need to call security these days if I want to kick someone out. Наши дни не нужно звонить в безопасность, если я хочу кого-то выгнать. А, ну то есть бармен сам, походу, справляется с этими пьянчугами. Anyway, pretty sure that pales in comparison to whatever this is now. Во всяком случае, я уверен, что ты бледный. Короче, тебе херово. I haven't seen you this stressed out since they closed that case. Не видел тебя в стрессе после того, как ты закрыл это дело. The one from 10 years ago with your professor friend. Ну то, которое 10 лет назад. Как там твой друг профессор? Abigail and her team weren't able to solve that one, G. No one has been able to. It just went cold. Abigail и ее команда не смогли решить это. Никто не смог. Это просто... Просто осталось. Eh, same difference. Да. But what do I know, eh? I just serve drinks, listen to people's problems and their whining, then make sure they get home safe afterwards. Ну да, я просто подаю напитки, слушаю проблемы людей и их нытье, а затем убеждаюсь в том, чтобы они просто были в безопасности, вернувшись домой. Ну короче, смысл мы поняли. Эти вещи... I'm also not blind, kiddo. Я тоже не слепой, чувак. And you can bet your ass I can tell when a person's about to fall apart. И вы можете спорить, но я могу сказать, когда человек слишком развален. What? Is this some form of therapy from you? Are you going to offer me free drinks now? Это какая-то твоя терапия, или ты собираешься предложить мне бесплатные напитки сейчас, чувак? Dreams, kid. Ха, в твоих мечтах, парень. Last time someone gave you the hard stuff, your photographer friend had to haul you out of this place almost half naked. О, кстати, он же сейчас про эту скажет. А, или это про фотографа. В прошлый раз, когда кто-то давал вам подобные вещи, ваш друг-фотограф должен был вытащить вас из этого места почти... полуголым. Ха-ха. Hey, I can handle my liquor when I put my mind to it. Эй, я могу справиться с этим ликером, когда я к этому приду. Not from what I've seen, nope. Besides, you usually avoid drinking. Either way, it's out of the equation. And when booze no longer counts, we just talk. So, talk. А когда мы выпиваем больше, не имеет значения. Мы просто говорим, так говори. It's not like anyone with an earshot will care. That chap over there only wants his cricket matches. I doubt you believe it, G. Не могу в это поверить, G. Nah, I've heard worse stuff. Try me. Я слышал худшие вещи, поверь мне. You know that mansion down at Anslem? Ты что-нибудь знаешь об особняке Энслема? Yeah, who doesn't? Да, а кто не знает? You live in this town long enough, it's impossible not to hear a thing or two about it. Bloody locals. Вы живете в этом городе так долго и не слышали об этом вообще ничего? Это ж кровавые местные жители. Well, my friend found a primitive version of a chain letter in there. Ну, мои друзья нашли примитивную версию о письме. Now that we've seen it, we're cursed.
о проклятии. Он понял? Он предполагает, что я шучу. Почему? А, ну кто бы не стал думать тогда. Это он сейчас это... Или все-таки заскринить? Ладно, давайте заскриним, а там разберемся. It's not a prank. Ну да, Изабелла говорит, это не шутка. Помню, помню. Это не шутка, я что-то видела. Это то, что было в начале самого стрима. На-на-на. Чувак, это не смешно, люди умирают. Good one, kid. Slash. You don't want to spill. No one's forcing you. Seriously, though. Good one. А чё, перевода нет? Ну чё опять? Ёпарасоте. It's not a joke. Это ни хера не шутка, чувак. Yeah, all right. Good luck with that. You're on your own. Ага, окей. Хорошая шутка, я понял. Here I thought you didn't have an ounce of humor in that body. Guess I'm wrong. I can't believe you're the same rookie who walked in here almost a decade ago. Too smart for his own good, that boy. He's always been two steps ahead of things. Now he's here, sulking. I must have screwed up somewhere then. Nah, I don't think so. This one, screwed up? Not by a mile. It's too bad some things change, eh? It has been years, and you were a kid back, you know, the sort that's a bit unsure. Making all the horrible decisions in life he'd eventually be embarrassed to talk about. You never stop calling me kid, though. Well, you still are. It's just that this time, you're sure of who that badge and gun is for. What was it you police types usually say? To protect and serve, yeah? Sure. Так, а что там по журналу? Подожди. Так. После ссоры в парке Эштон отвез своих друзей куда-то, где они могли отдохнуть, ну, в бар. Бармен поприветствовал их в своем баре без вопросов. Пока остальные спали... Ага. Детектив и бармен немного поболтали о прошлом и о том, что изменилось за все эти годы, да? Окей. Okay.
Так, они, значит, все спят, да? Эй, Эш? Эш, что случилось, Зигмен? Что такое, братан, не спится? Что такое, бро? Чё так долго поговорить с ним, блин, Эш? Did you get any sleep? Подожди, он нам говорит выспаться, что ли? For a few. A few hours, yeah. Нам поспать или ему? The better question is if the dreams are pleasant. And for the record, no. I know what you mean. I get those a lot. Uh-huh. Не, все это в принципе понятно, что происходит. Тут просто дохренище много размышлений, которые, ну вообще, как сказать, не особо интересны даже мне. То есть я вот играю, я понимаю, что мне сюжет интересен, а не размышления, ребят, ну честно. Все это, конечно, интересно, пытаюсь в это погрузиться, но когда это рассчитано на 30 часов, это жесть. Это жесть. Why are you suddenly smiling like that? Почему ты так улыбаешься? Huh? Oh,
No, just... I was just thinking about something. Да не, ничего, просто я думал о чем-то. Well, it better be something that'll get us out of this mess. Но это лучше, чем что-то. Это вытащит нас из этого пиздеца. What makes you think I know how to fix this? Until 2 days ago, I didn't even believe a word you guys have been telling me. Что заставляет тебя думать, что я знаю, как это исправить? До 2 дней назад я даже не поверил на слово, что ты мне говорил. Zach, I function better when I'm dealing with homicide cases. Зак, я не знаю. Я имел дело с убийствами, но не с этим, наверное. Hell, feel free to throw in the usual robbery and missing persons case into the mix. I don't care. Give me a few days and I'll give you a lead. Черт, я знаю обычное ограбление, пропавших без вести, да вообще многое. Дай мне несколько дней и, возможно, я что-нибудь придумаю. This? This isn't how I operate. This isn't what I'm good at. Это не то, как я работаю. Это не то, что я хорошо знаю, понимаешь? For all you know, I might even end up getting us killed. I have no idea what I'm doing. Я даже в конечном итоге мог бы убить нас. Понятия не имею, что мне делать. Well, the fact that you're frustrated but still trying already means something, Ash. Что ж, я понимаю, что ты разочарован, но все же это уже что-то значит, что ты знаешь, Эш. Besides, you don't make that face unless you already have an idea. It can't be any worse than this. Maybe. Это не может быть хуже этой ситуации. Может быть, типа, все наладится. It's on your mind, Ash. У тебя есть какие-то... Аш, ну да, какие-то размышления, Эш. Так. А хрен его знает, что он думает. Чувак, мы пока не знаем. We still have one more lead we haven't checked. У нас есть еще одно преимущество, которое мы не проверили. Какое? I'm gonna look into it tonight. Я проверю это сегодня вечером. Ух ты ж. Интересно, что он хочет проверить. Так, мы уже осмотрели письмо, прочитали папки документов. На самом деле есть только то, которое мы, наверное, не проверяли, да? Походу. Немножко прям подустал. Все это ждать. Так. Что тут у нас с цепочкой? На куда она уже идет? По низу? Походу, да? А, не, по низу мы уже шли, да? Ага, вот мы пошли отсюда. Так, тут будет выбор. Еще выбор. Еще. На какую цепочку нас выведет? К верхней, да? Верхняя пойдет быстро. А где она закончится? Подожди. Да ладно. Серьезно? Ой, стоп, подожди. Ага. Ладно. Особняк в натуре? Блять, это было б логично. Hold on, didn't you tell me not to go in there? Whatever happened to stay away from Luke Wright? Подожди, ты же сказал не ходить туда.
Ты же сказал держаться подальше от Люка Райта, Эш. You're an unarmed civilian, Зак. Ты без оружия, Зак. And so? И что? So, I want you to stay here and keep yourself safe. Я хочу, чтобы ты остался здесь и был в безопасности. I probably won't take too long, but I don't know what might happen. I'm not even sure if I'll find something in there. Я, вероятно, не знаю, сколько займет это времени, но не... Я не знаю, что может произойти. Я даже не уверен, найду ли я там что-нибудь. Воу. G will keep an eye on you guys. Зимен, следи за ребятами. If you need anything, that woman shows up, just holler. He'll help out, no questions asked. You don't even need to explain anything. Если вам что-нибудь нужно, если появится эта женщина-призрак, просто кричите. И вам даже не нужно ничего объяснять. Ну, короче, типа, предупредите. Так. I'm going with you. You can't go in there alone, Ash. Эш, я пойду с тобой. Ты не можешь пойти туда в одиночку. Эш, я... I heard something. Я слышал... Что? The morning I was there, I heard someone scream, and, and then there was a woman crying. Я слышал крик, а потом плакала женщина, и, ну, про кошмары, да, I don't know what's going on inside that mansion, but I am telling you, you shouldn't face whatever's inside alone. Я не знаю, что происходит внутри этого особняка, но я говорю тебе, вы не должны столкнуться с тем, что находится внутри там, и тем более в одиночку. Перевод. Перевод где? Мать твою. Это, наверное, все-таки диалог с ним какой-то. Не волнуйся об этом, you only get. О, ему это понравилось. Закари плюс. Вот. Так. Look, man. Bro. Z-man. Zack. Zachary, listen. Слушай, чувак. Послушай. I know you only want to help. Я знаю, что ты пытаешься мне помочь. Like hell! This ain't just about helping, Ashton! You're throwing yourself in the thick of it on your own. Да, жестко его. Was your fall last night really that bad? Did you hit your head hard? Типа, ты забыл, что было прошлой ночью? Как ты после этого так смеешь об этом говорить? I honestly can't tell if you've gone stupid or just plain suicidal. Просто твой план, он суицидальный, короче. My head's okay, Zach. But it won't stay that way if we don't do anything about this. Моя голова в порядке, Зак. Просто... Не волнуйся об этом. Someone has to. Кто-то должен это сделать. Ну, вообще, да. И тем более он с оружием. Опять обсуждение, что им всем очково. And that means it's just you. Just me. Поверь мне, по-моему. Надеюсь, он нам поверит. I'm sure you already know about this. Maybe this is you trying to make amends, or whatever. I don't know. You're making your own decisions here. But if something happens to you, it'll be just that.
You'll just be another dead body out there. Но если что-то случится с тобой, это будет просто еще одно мертвое тело, братан. Please, don't do something like this. Пожалуйста, не делаешь чего-то подобного. Don't worry, I'm not stupid enough to get myself killed. Не волнуйся, я недостаточно глуп, чтобы убить себя. Just want things to go back to normal, Zach. Я просто хочу, чтобы все вернулись к нормальной жизни, Зак. Ну да. Ну, кстати, можно сделать скрин. Именно просто на этом моменте. Так, ну что там по времени? А, ну еще даже двух часиков нету, да? Блин, но мы доберемся до особняка или нет? Мне вот интересно. Три часа даешь? Серьезно? И что тут потом через три часа... А, ну паника будет, ну да. Ну вообще логично. Если через три часа Зак не... Ой, Эштон не вернется. Three hours? For what? Три часа? Почему так? That's more than enough time to go there, to check things. Like you said, travel back here. Ну это более чем достаточно по времени, чтобы пойти туда, проверить вещи, как ты сказал, и отправиться туда. If you don't show up here beyond that, I'm going after you. Если вы не появляетесь здесь после трех часов, я пойду за тобой. Логично. Текс. Как в старые добрые времена. Make that four. Чего? Сделай... Давай 4. Ха, он ему торгуется. Сейчас, ребят, я подойду секунду. What? You said you're just gonna check things. Что?
Вы сказали, что просто собираетесь проверить вещи. Why would you even need that long? Зачем тебе быть там так долго? Speed limit. Ну, ограничение времени, типа. I'm a ranked law enforcement officer, Zach. I'm supposed to set an example. Я... сотрудник правоохранительных органов, Зак. Я должен это проверить. I so wanna punch you right now. Я так хочу тебя ударить прямо сейчас, Эш. Злиться просто по-дружески. Бармен, чё ты так смотришь-то? Boys, Thomas nice and all. I used to watch these bloody god-awful afternoon serials with one of my brothers many, many years ago. Мальчики, вы такую тут драму разыгрываете. Я такое видел только в сериалах. Много лет назад. But listen, I am not having one in my pub, all right? Ну послушайте, только не в моем баре, хорошо? You two wanna fight? Go out. Вы двое хотите драться, уходите отсюда. Да никто не дерется. Чувак, расслабься. Расслабься, бармен. Так. Журнал обновлен. И это хорошо. Так, и что у нас написано в журнале? Допустим. Сейчас наушники одену. Так. Появление Зака прервало разговор Рештона с барменом. Оставшись в одиночестве, они попытались обсудить все между собой, только вот обсуждение зашло в тупик, так как Эштон рассказал о своих планах вернуться в особняк. Его друг в конце концов согласился после того, как Эш сказал про ограничение времени. Окей. Что, ночью туда пойдет, что ли? Серьезно? Было бы хреново. Блин, да нафига с барменом разговаривать? Нафиг нужно. Более, при чем тут бармен? Something wrong, G? Что-то не так? Че, он хочет что-то нам сказать? Про особняк? Да давай уже, чувак, не тупи. Nothing much. Monday's still a slow day for this place. But you might want to check on your friends, kid. Проверить друзей. Looks like one of them woke up on the wrong side of the bed while you were out. Проснулся? А кто? Я ж надеюсь, не сон. Alone? You know we can't just go in there.
We don't have any other choice, Becca! There's really no other way! We have to go there! If you'll just... Папа, вы не идите вдвоем, а? Изабелла, no! Изабелла, нет! Этого еще не хватало. Еще баб останавливать. You know how I run this pub, kid. No fist fights, no cat fights, only good booze, bad puns, and off-key singing. Ты знаешь, как я управляю этим баром, малыш? Нет драк, нет диких, ну, девушек, сучек. Только хорошая выпивка, плохие шутки и пение под караоке. Go fix it before it blows up in your faces. I'd hate to throw two girls out of this place over a petty argument. Ну? И где перевод? Sorry about this, G. Извини, чувак. Ну да. Ну? Я понял, что происходит. Вы серьезно? Они сейчас сраться будут? Чего? А при чем тут вилки? Вы чё, блядь? You've already gotten us in enough trouble because of this little ghost everything. Блядь, это уже не смешно. And you can't expect everyone to fix your mess. You keep on putting the blame on me, but you're the one who didn't listen. All of you. If you just listened in the first place, maybe this wouldn't have happened. Девчонки, это уже не смешно, блять. Вот серьезно. Эштон, может ты остановишь этих тупых пес, да? Подожди. А где это? Цепочка. Цепочка где? А, вот. Блин, где перевод? Алло. Да дайте перевод, блядь. Да ты гонишь. А как мне перевод открыть? Может, надо загрузить? А ну, а если я загружу? Во! Так, если бы... Этого бы... You're too busy acting like you know what's best for everyone, when in fact you're the one who's being selfish! Mm-hmm. I'm the one who's selfish! Я, блядь, эгоистична? Yet you're still going to do what you want anyway, even if the people around you are already beside themselves with worry! This is how you've always acted since we met, and I'm tired of it! Вот как ты всегда действовала, как мы встретились. Я устала, блядь, от этого. Sometimes I wish you never even came here, because all you've given us is a headache. Я иногда не приходила сюда, потому что от тебя это головная боль. You know why I had to come here. My dad. Ты знаешь, почему я должна была приехать сюда? Мой папа умер. Your dad has nothing to do with this.
Твой папа ничего не имеет отношения с этим. It has always been you and your whiny, careless self that has always been the problem. Ты была плаксой, небрежной, и ты была, блядь, проблемой. Ё-моё. Только давайте не сделайте ошибку. Всё-таки вы, блядь, в баре. Ну, понятное дело, что уже по жопе всё идёт. Так, когда Эштон снова появился в главной гостиной бара, он поймал Ребекку и Изабеллу в середине спора. Последняя настаивала на возвращении в особняк, против чего первая решительно возражала. Однако, прежде чем Эштон мог вмешаться, резкие слова уже были... Ну, естественно. Ну... Да, повороты, блин. Бум, 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 бум. Чего? Так, кого мы схватили? Бекку, наверное. О-хо-хо-хо. Вот это поворот. Но я так и знал, что что-то подобное будет. И куда дерево? Так. Блин. А в какую же сторону тогда? Это ж как отношения испортятся, если мы сейчас такой выбор сделаем. Это ж вообще пиздец. Ого, то есть... Ого, а это такая линия, это если мы... Блин. Блин, ну подругу детства, это, конечно, прикольно, но Бекка, блядь, палку перегибает. В сторону Изабеллы. Да, блин, чё жертву строит, делает, блин, это Ребекка, блин. Я не согласен с Ребеккой, потому что... Блин, чё она девчонку винит? У неё отец умер. Она приехала сюда учиться, нашла случайно письмо, а Бекка её во всём обвиняет и говорит, что... Как... Так, подожди, это ж Изабелла её зовут, стоп. Ну да. Что Изабелла, блядь, типа мразь последняя. Ну, блин. Бекка палку загинает. Она что, совсем охерела, что ли? Она реально всей ситуации не знает, и... Ну, Ребекке у нас... прилично, конечно, отношения попортятся.
Я бы, наверное, взял сторону Изабеллы. С Ребеккой я не согласен. Вот серьезно, она обвиняет во всем. Если я сейчас приму сторону Ребекки, то я буду согласен с тем, что Изабелла, типа, сука последняя, она нашла письмо, прячется, типа, за папку, все в таком плане, ну, блядь. Изабелла ничего не виновата. Девчонка оказалась в такой, блядь, непростой ситуации. Я бы в реале, блядь, Ребекку нахуй бы послал и сказал бы, блядь, притормози коней нахуй. Окей. Okay. Так, ну и чё? Ну и так-то много. Попортились отношения. С этой. Ребекка, я думал, больше будет. Так что, иди нахуй, а, блядь. Ребекка. Она, блядь, уже с того момента на фонтане начала выёбываться. Мне это тоже самому не понравилось. Она, блядь, конфликт устроила. Из-за письма. Вот, вы во всем, блядь, виноваты. Из-за письма. Так. What do you want, Ash? Что ты делаешь, Эш? If you have something to say, just tell me, or I'm going back upstairs. Did you really have to say it like that? Well, how do you want me to answer her? Do you want me to just let her go there and do what she wants? I know you won't be too happy if I did that. That's a low blow, Ребекка. Even for you. Это низкий удар, Ребекка, даже для тебя. Ну да, она, блядь, палку перегибает. We all know she wasn't even planning on staying here this long. There was no need to bring it up if all you wanted to do is stop her. Did you even see how she's acting? She's not a child anymore. Even my students can do better. Becca, she'll listen if you'll just ask her properly. Becca, она тебя послушает, если ты просто попросишь ее правильно, и все. I know you mean well, and вот you именно. Do have a point. But please be a little more thoughtful next time. Go think about it for a while. Подумай об этом в другой раз, окей? Во-во. И где... Чего? Она письмо отдала? Серьезно? Не понял. А чего она злится-то? You're going to destroy an important piece of evidence if you keep doing that, Belle. Чего? Не пойму, а в чем прикол? А ну-ка, подожди-ка.
где перевод? Алло, начальники. Я перевод хочу. Come on. If you keep staring at the table like that, you're going to bore a hole on it. I really don't want to OG a new table. He'll pick the most expensive one and leave me begging on the streets. Они что, вместе пойдут? Да ну нафиг. Чё? I really don't care. I'd even take pictures and post them online. Go away, Ash. I don't want to talk right now. Иди, Эш, я не хочу об этом говорить. Но я понял, что ты не хочешь об этом говорить. Другой раз, да? Okay, I have another one. I don't want to hear it, Ashton. Go away. No, really, listen. Не, правда, послушай. I know someone who talks like an owl. Я знаю, о чем говорю. Will you leave me alone if I bite and ask who? Ты оставишь меня в покое, или я должна... Чё? Oh. Что? Хорошо, что с ней всё в порядке. You're awful, and I really hate you! Just leave! Понятно, они прикалываются. Feeling better? Чего? Ты чувствуешь себя лучше? A little. You're still lame. Немного, но я еще хромаю. But you're laughing right now. В смысле, хромаешь. Но сейчас ты смеешься. Only because your humor is terrible. Только потому что этот юмор ужасен. Right. Keep telling yourself that. I know it's funny. Верно, продолжай говорить себе об этом. Я знаю, что это смешно. And you know what? If you've kept frowning like that, your face might have cracked. И знаешь что? Если ты так нахмурилась, ваше лицо... That would have been really messy and ugly. Это было бы А, ну понятно. Ничего особенного. Опять размышлений куча. Блин, когда мы уже в особняк отправимся? А? I what? Ah, crap, crap. Damn it, that was so not what I meant. Я, блин, черт возьми, это было не то, что я имел в виду. I was just saying you look better when you're smiling. Чего? Непонятно, ну ладно. А когда мы уже из бара выйдем? Thanks, Ash. Спасибо, Эш. Окей. Без проблем. То, что она благодарна. Это мы уже поняли, что она благодарна. Когда мы уже свалим с бара. Что-то мы здесь засиделись, блин. Капец. Да что ж, так тут много этих размышлений, а? Офигеть.
Ничего. Серьезно? Isabella, about what happened with Rebecca earlier. Изабелла, что произошло с Ребеккой? She didn't have to say that. Чё? Она? Ну, понятное дело, что ей не нужно было так говорить. And you don't have to apologize for her. Чего? If she wants to say sorry, she has to do it herself. А, и вам не нужно извиняться за нее, если она хочет извиниться, она должна сделать это сама. Ну, это понятно. Я понял. I know, Ash. Знаю, что. I just thought we'd find something in there. Я просто подумала, что мы найдем что-то там. Ну, ты правильно думаешь в особняке, да? That if I go back, нам нужно вернуться назад, мы получим ответы, которые нам нужны. Я в курсе. I found the letter there. Она одинаково so maybe, думает с нами. Right? Я нашла там письмо. Так может быть там что-то? Блять, логично. Естественно. Ну, понятно, что там не просто, там жопа какая-то. Чё? Следовательно, один. Точно так же, как и сказал Зак. Ну, естественно, Зак сказал, да. Угу. Есть ли необходимость вернуться в это место, и я делаю это самостоятельно? Согласны ли остальные с этим планом? Маловероятно. Но это понятно. Я не собираюсь их тащить вместе со мной. Ну, понятно, что если что-то случится... Чего? Ох ты, блин. Опять выбор. Офигеть. Ну, блин. Ё-моё. Просто если она... Блин, офигеть, чё все по новой ветка? Ну, подожди-ка. Или мы где-то вот здесь остановились, да? Ага. Блин. Это опасно, я не могу позволить тебе это сделать. А ну-ка. I can't let you do that, Belle. О! Изабелла плюс. Значит, она понимает. Ash, the people living in that place now. They were with me during the open house. Да понятное дело, Изабелла. They have to know. They're in as much trouble as we are. Они должны знать, у них тоже неприятности, как и у всех. Ну да, я в курсе. I know. Я знаю, но это риск. It's dangerous. Это опасно. We don't know what you might find in there. Понятное дело. Мы не знаем, что мы можем найти там. Понимаешь? What if you see her again? What if she goes after you? What are you going to do? Что если вы увидите ее снова? Что если она пойдет за вами? Что вы планируете делать? For all we know, it might be a dead end. It's not worth it to put yourself in harm's way like that. Насколько мы знаем, это тупик. Это того не стоит, чтобы поставить все так. Ну да. Чего?
Как это долго, пипец. Блин, это реально долго тут всякой левой болтовни. Понятно, что там мотивы персонажей, мысли, размышления, но блин. Могли бы, не знаю, в одном предложении все сделать, а то тут столько слов обосраться. Просто обосраться. Офигеть. Stop that. You're going to hurt yourself if you keep doing that. Чего? Музыка другая появилась. Ты можешь навредить себе, если пойдешь со мной. Ну, естественно. Чего? Где перевод? Блин, сколько левых слов, а? Сейчас я подойду, ребят. Блин, ну почему тут нету это перевода, блин, частично? Чё за бред? Куда дерево рутов пойдет? Ага. Так. А если я снова? Так. О, отлично. Ну мы что-нибудь решили, девчонки? Belle, can we talk? Они сейчас помирятся. Belle, мы можем поговорить? Alone? Наедине. Ну да. Ну, значит, я правильные выборы сделал, что они помирятся. Такс. Понятно, валить уже надо. Так. А обновление журнала, смотрим. Так. А после ругательства Ребекки за ее резкий тон, обеспокоенный Эштон последовал за Изабеллой. Кстати, эту сцену не показали. Он нашел ее в углу гостиной, расстроенной. Несмотря на согласие с ней,
Он мягко объяснил, почему возвращение не было бы хорошей идеей. К счастью, она в конце концов согласилась. Я имею в виду, вот эту сцену не показали, где они за руки держатся, блин. Могли бы показать бы, блин. Печаль. Перевод. Блин, долго. Чего? Ночь. Кстати, у меня, по-моему, не было скриншота этого города. По факту. Так что можно сделать скриншот города. Мы же в особняк отправляемся, да? Наверное. Или куда? Так, письмо в кармане. Угу. Погнали. Пять часов на все про все. А, 4 часа. Угу. Это он ее вспоминает, что ли? I'm not here to stop you, wherever it is you're planning to go off tonight. Я здесь не для того, чтобы тебя остановить. Где бы ты ни был, вы планируете уйти сегодня вечером. I won't be able to anyway. You look like you've already made up your mind. Ну, понятное дело. Go back inside. It's going to rain soon. Вернись внутрь, скоро будет дождь. It'll probably be even heavier than the downpour we had this morning. You wouldn't want to be caught in it. Ливень даже. I will, in a moment. Я поняла. И? I just want to stay out here a bit for some air, away from the noise inside. Я просто хочу немного побыть снаружи, вдали от шума внутри. Everything's been so chaotic these days. This little break is nice. Even if it means standing in the middle of a parking lot, of all places.
Mm-hmm. Getting out of this mess would definitely be better, but hey, you take what you can get, right? It'll be over soon. Это скоро закончится. Откуда я знаю, почему я так уверен? Ну да. How I wish. I'll be content as long as she stops showing up in my mind whenever I close my eyes. I think that may take some time. The brain doesn't easily forget trauma. Я думаю, что это может занять некоторое время, так что... I can try. But, you know, it also did a lot to us. Tell me about it. The back of my head's still smarting from my fall last night. Not that kind. I'm talking about us. As people. А нас? I hate to admit it, but this whole deal with the ghost, with the curse, it also brought out an ugly side to us. Ненавижу это признавать, но вся эта ситуация с призраком, с проклятием, это также показала нашу худшую сторону всем нам. And it made me realize plenty of things. И это заставило меня осознать некоторые вещи. About myself. Наверное, обо мне, ну да, о других. About us. Ну да. Это мы уже поняли. Так. Do you remember that one time back in secondary? Which one? We did a lot of dumb things back then. О чем именно? Мы сделали много глупых с тобой вещей. Well, I did, but you get the point. Ну ты поняла. Мэнди? I thought you still don't like her. Don't tell me you've kept in contact Я with her. Думала, она Are you guys тебе friends еще now нравится? Or something? Не говори мне, что ты поддерживала с ней контакт. Вы, ребята, сейчас друзья или что? Oh, no. We do see each other sometimes. On the way to work or when I go out for lunch, but it's nothing like that. О, нет, иногда мы видим друг друга по дороге на работу или когда я выхожу на обед, но это ничего не значит. We're not friends. Not in this lifetime. I don't think so. Мы не друзья, не в этой жизни, я так не думаю. I don't think we'll ever get along, but... Я не думаю, что мы когда-нибудь поладим, но... But if it wasn't for her, we wouldn't even be friends, yeah? Но если бы это не для нее, мы бы даже не были друзьями, наверное. You stood up for me that day. And from then on... Things have changed. Вы вступили за меня в тот день, и с тех пор все изменилось. Она говорит так, будто я герой. Мэнди была не права. Конечно, я защищу ее. Если никто не будет ее защищать, кто еще будет? Он делал так, потому что считал, что это правильно. Ну? I guess... Чего? I guess what I'm trying to get at is... You know, just in case something happens...
Тебе... Ну, я имею в виду, на случай, если что-то случится... Эш. Эш. I've always been in love with you. Я всегда была влюблена в тебя. А, в око. Неудивительно, что ты мне втюхнулась. Вэша. Since that time in secondary? Since I made that promise to never leave? Поскольку я дала тебе обещание никогда не уходить. I've always, always truly loved you. Я всегда действительно любила тебя. Угу. Не нагнетай, Бека. Мы тебе верим. Понятно, что он ее ценит, они были вместе раньше. Ё-моё. Ну да, важный друг, не более того. Ребекка, Ребекка, я... Просто друг, да. Ну скажи ты это. Really sorry, Эка. Я сожалею, Бека. I'm glad. I'm happy. You feel that way, but I can't. I can't. There's already someone that I'm in love with. Ну, типа, он любит другую. Someone else. Некоторые вещи. It's all right. I already knew. Все в порядке. Kind of. Я знаю. Yeah, but you should... I should... Да, но... Don't beat yourself up over this. It's not your fault. Не волнуйся, это не твоя вина. I'm the one who should apologize. Since I suddenly sprung this up on you when you have other things to do, I just thought I should let you know. And now that you've given me an answer, I guess I can finally let this whole thing go, huh? One question, though. Один вопрос. Are you going to tell her? Tell what to who? Чего? Oh, shit! Что? В смысле? Did you really think no one would notice? Was it that obvious? It was surprisingly easy to tell, but... Fuck, who else knows? I think Zack suspects. Zack сказал. Shit. Или что? You're embarrassingly lame when you're trying too hard. Don't worry. With your terrible way of flirting. And knowing her, I'm quite sure Belle has no idea, even now. Not even a clue. Нет, в журнале ничего нету.
А ну-ка, если я еще раз перезагружу. Чего? Не захотел? Harsh, Rebecca. Really harsh. I could use a vote of confidence, you know. I'm serious, though. Tell her. А, сказать ей то, что любит ее. And if you ever make her cry, I'll hit you with every damn history book I have on my shelf. Clear? А. Типа она книга ее ударит, если он заставит ее плакать. Ну, как Noted, обычно. Ma'am. Я понял, мам. Anyway, thanks for hearing me out. I won't keep you long. I know you have things to do. В любом случае, спасибо, что выслушал меня. Я знаю теперь, чем заняться. Just promise me you'll be careful, all right? Просто обещай, что будешь осторожен, хорошо? Окей. Так, что там у нас в журнале? Эштон собирается уехать в особняк с наступлением темноты, но когда он добрался до своей машины, он обнаружил, что Ребекка ждет его. Боясь, что у него может быть не шанс, Ребекка признала о своих чувствах Эштону. Однако Эштон не смог ответить взаимностью. С грустной улыбкой Ребекка приняла это, она только хотела, чтобы он это знал. Угу. Ну да. А мы за Изабеллой тащимся, короче. Вечер. Так, через 10 минут я еду из города и направляюсь прямо в этот, в особняк, да? Угу. Короче, мы прям едем. Вторник? О, ливень, ни хера себе. Офигеть. Да, жестко. Очень-очень жестко. Так. Не особняк этот напоминает, а особняк из этого. Resident Evil. Вокруг лес. Реально. Обалдеть. Просто обалдеть. Так, письмо, электрошокер, пистолет. Ну да. И что нам делать? Куда идти? Ну да, еще ж охранник. Ну да, рядом с лесом он держался. I don't really have the luxury either, do I? Так. Ну, естественно, что все выключено.
если слишком тихо. Something happened here. Что же здесь случилось? Ну да. Так. Ну, мы будем заходить как-то решать, а? Понятно, что безумно действовать не будем. Серьезно? Она Райт в лесу? Серьезно, из леса? Бежим! Ё-моё! Валим. Снова? Ну да. Помоги мне, и кто это кричит? Помоги мне, я не знаю, что мне делать. Помоги мне. Прям песню этого вспомнил. Но так. В смысле? Так. Ага. Выбор все. Чё, серьезно? Чуть-чуть осталось? Да нифига. Охренеть тут выборов. Ух ты, блин. Не, еще дофига. Еще за люка глава. Чего? Что случилось? А, мы упали, что ли? Ты во всем виноват. Снова. Почему ты мне не веришь? Страх.
Земля дрожит, мир замедляется. Опа-на. А где мы? Мы сейчас окажемся, короче, в том моменте, где это... Мариана, что ли? Подожди-ка. Начался серьезный ливень с грозой и молниями. Когда Эшнат прибыл в особняк, пытаясь найти способ, детектив заметил ту ужасную тишину, которая окутала место, что... что-то не так внутри. Но прежде чем он смог это понять, рыдание женщины снова появилось. Уже 1 ноября. Во как. А может и тут? Скрин сделать. We didn't break anything. Fuck. Фу, дерьмо, надеюсь, я ничего не сломал, блять. Нифига себе. Матюки. Интересно, мы Мариану ту найдем? Так. Куда мы продвинемся? Вопрос. I wonder if Scumbag knows about this. Сколько там по времени? Ну, в принципе... 120. Ладно. Давайте, наверное, на этом моменте остановимся. В принципе. Я не знаю, сколько еще нам тут осталось. Ну, еще дофига прилично, но я думаю, может быть, в следующий раз мы уже вот эту... Хотя, кто знает, тут еще дофигища проходить. Ладно. Короче, ребят, спасибо, что смотрели. Вот, ставили лайки, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик. Вот. Вот. А всем до новых встреч, с вами Казуко Фэмили. Всем всего хорошего, спасибо, что смотрите, следите за... интересным вот таким сюжетом, все уже постепенно пытается развиваться, вот. Так что всем до скорого и всем пока-пока!